Всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlines, и сегодня мы дальше проходим игру под названием Magicka Castle. И сейчас мы проходим в каком-то месте, похожем на облачко, и, честно говоря, я до сих пор не понял вообще, что тут происходит. Какие-то существа, которые бегают, и я случайно, когда сюда дошел, забыл сохраниться, и мне пришлось переигрывать заново. Так вот, что я скажу вам. Когда в красной комнате я ответил по-другому, он сказал, что, ну, почему ты хлеб не можешь есть и всякое такое. Так вот, он сказал, что он Magicka того старого, да, он его убил сам, он бы как... Он его отравил, видимо, потому что в том хлебе был цианистый яд. Ах, добрый день. Добрый день. Они сильно шумят, не так ли? Это неприлично. Поэтому я ненавижу их. Почему они должны быть на этом этаже? Ой, прости, я не представилась, я фея Прошута. Да уж, еще одно странное создание, теперь это Magicka с крыльями. Я слышал о тебе, все в замке говорят о тебе. Да, но я только недавно пришла. Ну, разве ты не знаешь, что это замок Magicka? Я хочу умереть. Конечно, ты приехала сюда, чтобы понять, что этот... чтобы понять этот замок, да, дорогая? Хотя тебе не повезло оказаться в таком месте. Не бойся, я хочу тебе помочь. Да. Ага, я знаю, я дам тебе это. Получен ключ. Ключ? Он тебе пригодится. Теперь уходи, дорогая, тебе нужно спешить. Ну, видимо, ключ от какой-то двери. Блин, я хотел А ну-ка, давайте Прошута А, мы его не сможем собрать, да? Фея Прошута. Японцы, которые делали эту игру, они полностью отбитые вообще. Не знаю, как-то странно все это. Бабочки, какие-то личинки Прошута уже. Так, это ключ, наверное, от этого, от этой двери, да? А тут дверей валом. В какую мне уходить? Прошута настолько вкусный, что я теряю от него голову. Но я ем его каждый день, от этого тянет блевать. Может, нужно остановиться? Нет, спасибо. Нет, спасибо, я не голодный. Знаете, мне кажется, это Прошута они хавают, из-за этого Прошута они сходят с ума. Ой, они меня не покусают хотя бы. Может быть, от Прошута они становятся с ума и становятся как личинки. Как КТ. Может, они злые хотят Прошута или вообще, я не знаю. О боже, давайте сохранимся на всякий случай. Что кто его знает, что там может быть. Опа, девочка какая-то. Куроцуна. Мы видели до этого ее памятник. Что, ну, не памятник, статую. Где я могла забыть его? А кого, интересно? Личинка Magicka. Эй, эй, смотри на меня, смотри, смотри. Не игнорируй меня. Да, класс вообще. Вот эта девочка, мне кажется, тоже каким-то персонажем будет. Инака чувствует, что за дверью опасно. Лучше туда не входить. Войти... Нет, давайте не будем входить, потому что если опасно, то это ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, что на меня кто-то смотрит. Хотя, друзья, давайте я войду туда, но сохранимся перед этим. Посмотрим, что же там для интереса... Блин, для интереса. Опять же, я собираю кучу всяких прошутов, но они не используются почему-то. А ну, давайте посмотрим. Боже. У меня лопнули глаза, видимо, да? Они еле из себя вылазили, что ли? Бесчисленное число личинок Magicka напали на Инаку. Ну да, я так и понял. Они меня сожрали. Или убили. Или они ее отодрали. Такие звуки, знаете, как будто бы бетонными блоками прибивают к полу или к чему. Magicka срождаются из яиц. Magicka вылупляются. Вылупляются из яиц. Яиц. Яйка. Да. Ясно, ну нас убили. Ну хотя бы посмотрели, что там. Эй, ты видел? Да, чувак. Интересовалась, почему так много Magicka. Это личинки между собой разговаривают или что? Забавно, не так ли? Очень страшно, чувак. Хе-хе-хе. Да уж. Нас завалили. Плохой конец, два личинки. И видели, в чем личинки, кстати? Они кое в чем. Так, ладно, продолжаем играть. Первая концовка, кстати, плохая. Это если в замок не входить и... Так, это я уже видел. Если в замок не входить и остаться поискать другой путь, они вас догонят и отдерут. Я, кстати, проходил первую концовку. Но больше я не знаю, увижу ли я плохие концовки или нет. Посмотрим.
Парашютка. Декоративное растение. Опять эти войски стоят непонятные. Замороженный йогурт восхитителен. Да, чувак, это так. Так, ничего не понятно вообще, что происходит. Кровушка. Это Dark Souls какой-то. Перейти на следующий этаж, да, но что на этом? Уже вроде все нашли. Опа, она пошла маге. Маге, да? Такими темпами все будет, все идет по плану. Хе-хе-хе, все по плану идет. А что у них за план, интересно? Маги-ги-ги-ги. Что вы за план придумали, не знаю. И уже этаж третий. А вот и дефективный магека. Причем тут был рис прошута в той части, как-то тоже странно. Так. Брат? Где? Где ты был? Они. Где они? А, это они. Она посреди этого, да? Где ты был? Ух, тебя не было несколько дней. Я беспокоюсь о тебе. Так, с тобой что-то случилось? Эх, что я могу сделать? Мне кажется, эта игра тоже будет короткая очень. Брат! Мне кажется, игра тоже будет короткая. Но, друзья, кстати, кто писал, мне уже в личку пишут, что концовку знают и всякое такое. Пожалуйста, не пишите. Если вы сами хотите посмотреть концовку, смотрите, но мне не пишите. Нет, Магитян скоро умрет. Теперь я отдохну в другом мире. Ха-ха, ну и хорошо Я хорошо симулирую? Ха, я не могу представить, что им там снится. Мяу. Кажется, он фантазирует что-то непристойное. Да не все тут такое фантазируют. Храп. Секрет молодости и это солевое молоко. Вставай рано и рожи, рано ложись и пей свое молоко, Моги. И будешь... И будет член стоять, как у... Завтра я умру. Умирая, я буду смотреть на восход солнца и есть прошута. Да. Ха-ха. Друзья, тоже вот не понимаю, да? Вот некоторые хотят сразу резко все посмотреть, все видосы, да? Ну, тоже как-то странно, что концовку так резко смотрите, хотя я для вас делаю видосы. Итак, что же такое космос? Тут опять, наверное, порно наберем, да? Ну, как всегда. Получено 1000 йен. У нас первый раз появились деньги. О, еще давайте сразу наберем там кучу. Они же вообще бесконечные тут, да? А ну-ка, давайте посмотрим, сколько у нас. 5000 йен. Ну, на всякий случай. Они кого-то убили тут, да? Он мертв. Странно. Бормочет. Я не хотел убивать. Он посмеялся на Могитян. Может быть, Могитян это... Как бы Тянка, она, ну, девушка и Моги этого, что ли. Может, вот это имеется в виду? Поспишь со мной? Спать в Моги? Не. Ах, какая прелесть. Не хочу спать, вдруг я еще сдохну. Получено порно, как всегда. Везде одно порно. Вкусный обед. Кока-кола и картошка, да? Хотя давайте, друзья, поспим. Просто сохранюсь перед этим, да? Для интереса. Мне кажется, опять плохая концовка будет. Ну, посмотрим. Янака провела сладкую ночь с Магека. А, и все, да? Ночь целую проспали. И все? Ну что, прикольно, прикольно. Только непонятно, зачем это было сделано. Так, что тут стрелочка обозначена? Почему на всех книжных полках полно развратных книг? Что это? Янака взяла толстую тяжелую книгу. Дефектная охота. Посмотрим. Мы магикос, одно целое, все мы едины. Но в последние годы нами было обнаружено дефекты неизвестного происхождения. Они думают, что они отличаются от нас и стали нашими врагами. Они представляют угрозу для королевства Магека. Если вы нашли их, немедленно сообщите нам. К тому же дефекты очень сильны. Что читаем? Кто это говорит, кстати? Это Магека, видимо. О боже, я отсюда не уйду. Тебе некуда бежать. Кя? Хватит. Я больше не могу. Игры окончены. Хорошо. Эй, вы, ублюдки, схватите ее. Магия. А, что? Все, пипец нам. Это, походу, был плохой тоже концовка, да? Кто? Кто ты? Не двигайся пока. Куда мы возьмем ее? Бросим ее в тюрьму или что-то типа такого?
Там уже кое-кто есть, хотя у нас нет пустых камер, верно? К тому же он прикован к цепи, цепями. Как вам угодно. Ну тогда поместим Янаку Тян туда, а потом решим, во что мы будем играть. Моги. Хотя, может, вот это вот Моги Тян, это девочка Моги, а все остальные как бы парни или что-то вроде такого. Хотя вряд ли у них есть как бы различия между полами. Что? Эй, где я? Выпустите меня! Что происходит? Черт возьми! Я вот не знаю, честно говоря. Да ладно! Агр! Злится. Эй, ты шумишь! Ты знаешь, сколько сейчас времени? А? Кстати, вот этот Моги дефективный, походу, у которого пол башки нету. И у нас, кстати, на превьюшке такой же Моги. Ах, это ты потревожила мой сон? Кто ты? Да, кто ты? А я это у него спрашивал, он у меня спрашивает, что ли? Вот она, кстати, это тоже Артик. Хм, я Янака Курай. Хм, и что ты здесь делаешь? Магикос поймали меня. Хм. Ты тоже Магека? Верно, но не совсем. А? Я дефектный. Я немного отличаюсь от них. Так в той книге говорилось о нем? Ты человек? Как ты сюда попала? Я совсем недавно оказалась здесь. Ах, тебе не повезло. Что с ними? Что с ними? Стоп, постойте. Они же говорили, что они посадят меня в другую камеру. Так почему я оказалась в одной камере с тобой, мистер дефективный Магека? Почему ты у меня спрашиваешь? Это их работа. Это похоже на них. Они идиоты. Они все испортили. Что испортили? Ну эти данные. Они Магека. Это влечет за собой последствия. Мисс, сделайте одолжение. Бегите из этого замка. Если бы я могла, я бы давно уже. Странный Магека на первом этаже сказал мне идти на верхний этаж. Но он не ошибся. Если ты доберешься туда, ты сможешь вернуться домой. А? Так это правда? Что, ты не веришь тому, что сказал странный Магека? Ну, я думаю, он обманул меня. Ну, я не могу винить тебя, но тебя ждут еще другие Магека. Эх, что ж, удачи. Как видишь, я в цепях. Завтра меня ждет казнь. Видимо, может быть, мы как-то его сможем освободить или нет. Янака, казнь? Ты слышала меня? Что? А что ты ожидал? Я же дефектный. Почему тебя должны казнить? Значит, других смерти ее не беспокоили, как они валялись, а вот этого именно будет беспокоить. Я слишком сильный сопротивляться, и поэтому меня казнят. По рукам и ногам. Если бы тот ключ подходил к оковам... Ты... А что такое? Где ты взяла этот ключ? Ох, мне дали его на предыдущем этаже. Я получила его от феи Прошута. Я понял. Дай мне его. Все, мы, видимо, освободим его, да? Ага, отлично. Теперь возьми его. Ты освободился? Спасибо тебе, мисс. Я свободен благодаря тебе. Сейчас мне скучно, поэтому я помогу тебе. А? Я знаю, как сбежать. Ну, видимо, он нам поможет. Будет нормально. Будем теперь с ним, видимо, проходить. Видите, да, он за нами как бы идет. Прикольно, оковы. Ах да, тот ключ, он работает в любой точке замка. Ну, почти в любой. Почти все замки. Тогда какой смысл в замках? Не спрашивай. Ну вот, следующее как бы время мы будем с этим входить, с этим Магека. Ну и что, друзья, на этом наше прохождение заканчивается. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. За лайки отдельное спасибо вам. И скажу, каждый день выходят новые видосы, так что не переживайте. Можете не спрашивать, когда видео новое, потому что каждый день выходит новое. И с вами был Bloodliness, всем пока и удачи!